Магаданский путешественник Андрей Осипов выпустил первую книгу о жизни коренных народов Севера. Материал собирал 4 года. За это время автор побывал в 7 экспедициях по северо-востоку Колымы. «Сущности бытия» – так названа фотоповесть. Работы рассказывают об укладе жизни оленеводов, национальных сел и поселков Гарманда, Гижига, Эменск. Исследовательские вылазки, рассказывает Андрей Осипов, позволили погрузиться в самобытный мир, где люди крепко привязаны к земле, на которой живут. Где традиции и обычаи не просто сформированы годами, но и проверены суровым краем. Фотоработы настолько сочные, настолько богаты этническим духом, что сами попросились в книгу. Оставить их без внимания публики было сложно. В издательстве «Охотник» эта книга – единственный проект подобного рода за последние 15 лет. Это быт оленеводов, современных оленеводов Колымы. Как устроен, как строится день. То есть и рассчитано, в принципе, на широкую аудиторию, на жителей города Магадана, на жителей наших районов. В основе обложки лежит шкура оленя, на ней написано клеймом. Как бы. То есть все-таки имитация природных материалов. Тираж книг 700 экземпляров. Фотоповесть уже в книжных магазинах города.